Масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации, уверены политологи. Инициативы, провозглашенные в послании президента народу Казахстана, должны изменить политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года планируется принять свыше 20 законов. Тот пакет нормативных проектов документов, который будет сформирован уже к июню, покажет, насколько продуктивно, насколько эффективно будут озвучены предложения. Поэтому всем нам нужно консолидироваться, особенно общественному сектору, и, в общем-то, предложить свою концепцию социально-экономического развития, обсуждать это.